такое энергия? Энергия – это способность. Способность делать что? Делать жизнь лучше. Где находится энергия? Энергия вокруг нас, вне зависимости от того, способны мы ее уловить или нет. Энергию можно сдерживать и накапливать. Иногда. Мы можем увидеть энергию. Вы можете? Могу я создать энергию? Нет, энергия должна быть преобразована, но вы можете извлечь ее. Извлечь откуда? Кто ее туда помещает? Природа. Энергии недостаточно, а дефицит приводит к конфликтам. Нет, существует нехватка лишь некоторых ресурсов, а дефицит приводит к изобретательности.